К другим темам. Выставка «Путешественница». Из Читы в Новосибирск прибыло собрание кукол иркутянки Натальи Гончаренко. Экспонаты из 80 стран мира сегодня можно увидеть в Кривеческом музее. Африканский чунга-чанга, японская гейша и русский скоморох живут по соседству. На выставке «Куклы мира» представлено более 250 кукол из стран Азии, Прибалтики, Европы и России. Разнообразие материалов – глина, солома, дерево и фарфор. Большие и маленькие, обрядовые и сувенирные, перевертыши и марионетки. Иногда по костюму можно определить не только страну, но и область, из которой приехала кукла. На выставке можно увидеть, чем отличаются национальные костюмы в каждом регионе Польши. Например, в Кракове девушки предпочитали венки и светлые фартуки, а вот в Ловиче – косынки и фартуки из цветных материалов. С древних времен куклам присваивали человеческие качества. Они выступали в роли оберегов, богов или талисманов. Занимали особое место в доме или играли главную роль в ритуальных обрядах. До наших дней некоторые куклы дошли в единственном экземпляре, поэтому все экспонаты находятся за стеклом. Ни потрогать, ни поиграть не удастся. Очень содержательная, потому что здесь есть очень редкие куклы. Это, допустим, страны Африки, Юго-Восточной Азии, это Аравийского полуострова. Таких кукол в коллекции наших коллекционеров, к сожалению, нет. По признанию сотрудников музея, к куклам у горожан всегда живой интерес. Экспонаты пробудут в Новосибирске до 10 февраля. Следующий город, в который они отправятся, Глазов. Анастасия Леонтьева, Борис Гладких, новости ОТС.